понедельник, 18 ноября, в Дворце молодежи прошел 14-й областной слет студенческих и молодежных трудовых отрядов. С успешным окончанием трудового семестра собравшихся поздравил вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов. Сегодня могу четко и уверенно сказать, что студенческие отряды и в дальнейшем будут поддерживаться правительством Рязанской области. И перед нами стоит теперь главная задача. Мы должны стремиться к тому, чтобы те знания, которые вы получаете в учебных заведениях, соединялись с той практикой, которую вы получаете во время работы в студенческих отрядах на различных объектах, можно сказать, нашей страны, не только Рязанской области. Я хочу пожелать вам дальнейших успехов, пусть движение укрепляется, а работа для нас, для всех сегодня есть. Успехов дальнейших. Спасибо.